В очередной раз собралась административная комиссия. Постоянно действующий коллегиальный орган регулярно, два раза в месяц, занимается рассмотрением дела об административных правонарушениях. Кто получил штраф на этот раз, расскажет Альмира Новоселова. Вывески с названием магазинов, режимом работы или сообщением «Мы переехали» нельзя разместить просто по желанию. Требуется разрешение органов местного самоуправления. В связи с этим на админкомиссии два физлица получили предупреждение, а 6 предпринимателей наказаны штрафами. Они разместили вывески без согласования с уполномоченным органом и, соответственно, были наказаны административным штрафом в размере минимальном 5000 рублей. Шумные соседи своим поведением не дают соседям спокойной жизни. 9 нарушителей тишины обсудили на заседании. 8 из них отделались предупреждением по причине того, что жалуются на них впервые. Но один все же получил штраф. Уже повторное нарушение тишины и покоя граждан в течение года. Там минимальная сумма штрафа была назначена 3000 рублей. Ранее предыдущие материалы рассматривали, назначали 2500 рублей, потому что до вступления в законную силу изменений, которые вступили с 1 января 2021 года, сумма штрафа, соответственно, увеличилась, а ранее была 2500 рублей. Всего членами административной комиссии было рассмотрено 17 материалов, вынесено 10 предупреждений и 7 штрафов на общую сумму 33 тысячи рублей. Альмира Новоселова, Евгений Садыков, программа «Время местное».